Привет, ребят, с вами Тоха, всем доброе время суток, ребят. У нас на обзорчике уже, конечно, не русская техника, но вот нашел прикольный комбайн. Может быть, я уже снимал, не помню, но это уже обновленная версия, класс Lexion 5300. Вот такой у нас. К нему идет жатка, правда, только одна зерновая 6-метровая. И трейлер вот такой. Ну, я тут уже все установил, все поставил. Давайте посмотрим поближе на комбайн. Так. Все, мы в комбайне. Вот такой. У нас обзор прикольный. Кабина обширная. Свет хороший. Мигалочки. Открывается у нас бункер. Бункер на 10 кубов. Вот такой. Наш товарищ лысый. Давайте сложим. У нас, кстати, в поле специально сканули. Поедем, ребят, попробуем, как он убирает у нас. Это такой класс из средних из средних комбайнов, не мощный. Вот так. Притирочку. Притирочку. Жаточка. У нас, смотрите, тютелька в тютельку. Тут даже довольно прикольно смотрится. Плюка летит из-под всех колес, из-под... Все, прикольно. Прикольный комбайн. Так. Давайте сейчас тут заедем на поле. Аккуратно, не спеша. Так. Давайте сразу разложим комбайн. Давайте ровнее подъедем. Зацепилась. Так, поехали. О, что тут у нас стало такое? На уборочку. Что-то тут у нас что-то специальное такое становится. Ну что-то жаткое, наверное, не точно. Так оно должно быть. Резцы, походу, канолы убирать. Ну вот, канола косится, комбайн пачкается. Уже этот идет. 17 фермы, походу, конверт этого комбайна. Вот такой комбайн, ребят, на виду ничего. Ну, вот. А почему только она, ебать, одна не стоит на весь, а стоит так, может, так она и есть. Сейчас немножко косанем, попробуем разгрузочку его. Поехали. Вот так на вид ничего, комбайн. С кабины тоже прикольно. Хотя сюда можно и 7-метровую жатку ставить, не обязательно 6. Вышла. Комбайном такая. Так, давайте откроем. Ну что ж, давайте возьмем какой-нибудь грузовичок. У нас тут есть. Давайте возьмем обыкновенный сельхозник.
Урал Next поедем. Полетели, бомба. Открывайте ворота. Вот так. Да, выгружается все как полагается. Все красиво. Ну что, ребят, кому интересно, ссылку я на комбайн оставлю в описании. Его нужно распаковать. По их папке находится жатка и сам комбайн. Ну что, на этом все. Всем пока. И до встречи, ребят. Увидимся.